Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на обзоре монетки Германии. Как довоенные, так и ранние Германии. Вот. Ну, сейчас быстренько так сделаем беглый осмотр по данным монеткам. Ну, первая у нас, то есть, такая вот подборочка будет выставлена все в группе в Фейсбуке. Такая вот подборочка 1, 2, 5, 10 фенингов. Разновидностей буквенных здесь просто вала. По каждой идет IGGFD. Вот разновидность просто огромная. Здесь у меня представлено 91F. Каталожные цены по данным монеткам есть и от 4, там от 3, 4 до 5 и 6 гривен разные. То есть года надо сравнивать. Весь 85D, 2 копейки. 92-го, не копейки, фенинг, извиняюсь, и один фенинг. Вот, разновидностей очень много, это вообще 50-го года, тоже буквенные здесь стоят. Их очень много, на них акцент делать большой не будем. Следующие наши монетки, это у нас и Восточная Германия, ГДР. Вот, тоже разновидности по монеткам, в принципе, ну как, разновидностей буквенных только 1А, годов тоже здесь очень много, в принципе, по-моему, по ценности есть там только один год, очень ценный, ну, здесь у меня его, по-моему, нету, ну, я так вам побыстренько покажу, каталожная цена, вот, 1 копейки 60, 1 фенинга 68 года составляет 2 гривни, то есть, не очень дорого, 5 копеек, 5 фенингов. Вот какого у нас тут здесь года, 79 года, тоже цена там, сейчас секундочку глянем, вот, то есть же выше 5 гривен. В принципе, я же говорю, останавливаться сильно на них тоже не будем. Монеты такие очень частые, много попадаются, но у кого-то вот какие-то коллекции нету. Также у нас есть уже с латуни 20 фенингов. Вот тоже более такие уже редкие данные монетки попадаются, но все-таки есть. Вот каталожная цена данной монетки почти 6 гривен. Вот, у кого нету в коллекции, может себе приобрести. Что же у нас здесь показать? Ну, в принципе, больше. А, еще есть вот такая вот тоже. Один Deutschmarke. Вот. Что можно сказать по данной монетке? По данной монетке тоже они не сильно редкие. Вот какой у нас здесь год, сейчас скажу вам каталожную цену по данной монетке. 77 год, видно, никелевый сплав. Тоже есть очень масса букв. Здесь у нас в данный момент буква F стоит. Вот сейчас быстренько посмотрим. 77 год, буква F, каталожная цена довольно таки недешевая для этих монет, 17 гривен. Есть и выше, есть, ну, состояние отличное, красивый у нас здесь реверс монетки, будет выставлено в группе в Фейсбуке. Ну и еще такая вот красивенькая монетка, вот тоже большое количество буквенных, вот 50 фенингов, видно никель сплав, год 90, довольно таки свеженькая. Вот что у нас там по цене по данной монетке, 90, буква G, да, буква G, 90, тоже монетка не дешевая цена, 17 гривен. Такая вот симпатичная, как на мой взгляд, монетка, очень красивенькая, гурт у нас гладкий. Так, ну, следующие у нас монетки, представлю ваше внимание, это у нас монеты периода войны. Вот они, сценка, состояние, конечно, монет поймать в хорошем попадается, но очень редко. Кстати, скажу еще раз, видел, чтобы не было никаких там банов, вот, никакой пропаганды нацизма здесь нету, потому что есть монетки, но попадается здесь вот сластика. Вот, показываем монетку только в коллекционных значениях, только, то есть для нумизматов, никакой пропаганды нацизма нету, то есть 40-й год. Вот буква D видно хорошо. Каталожная цена тоже 17 гривен даже этой монеты. Она из цинка. Вот, сохраняется очень плохо. Все материалы, которые шли, там алюминий, бронза шло на войну. Так что монетки. Так, 10 фенингов. Здесь буква у нас B.
Вот, ну вот такие вот они убитенькие, сороковые. Вот. Сороковый год, цифра Б, да, цифра Б у нас, сейчас мы быстренько посмотрим. Вот, 12 гривен, если бы она, конечно, я так думаю, была в лучшем состоянии. Вот, вот, поболее так читаем, тоже буква Б, вот распространенный. А, это уже 41 год, 41 год, буква Б, каталожная цена составляет уже 20 гривен. Вот, такая вот с орлом. Симпатичненькая монетка будет выставлена в группе в Фейсбуке. Здесь у нас уже буква F, хорошо читаемая, город гладкий, 41 год. Вот 41 год, F, 20 гривен. Вот, ну что ж еще у нас здесь показать. Ну, периода Второй мировой войны уже больше нету. Вот, следующая монетка, которая здесь у нас будет интересная. Это у нас вот такая вот, тоже вот копанная монетка. Вот, Рейсфене, Дойчланд. Вот монетка такая побитая временем. 1924 год. Сейчас посмотрим, что у нас по этой монетке. Вот, 24 год. Это у нас 10 рейсфенингов. И так, буквочка у нас здесь, я не знаю, или мы здесь ее увидим. Тут сверху должно быть буква А, да, да, 2А, то есть 24 А, каталожная цена данной монетки у нас 12 гривен. Ну, будет она меньше. Ну, кто захочет свою коллекцию, можно будет приобрести. 50 рейсфенингов. Вот, год у нас уже 20-й. Тоже, то есть материал алюминий. Вот. Алюминий, такая вот симпатичная монетка, в неплохом состоянии, в принципе, вообще не затертая, хорошо читается у нас и аверс, и реверс. Вот, вот такая вот у нас буквочка А стоит, здесь тоже очень много. 1920 год, буква А, цена почти 15 гривен. Вот каталожная цена по данной монетке, симпатичная, красивенькая монетка. Так, что же еще у нас здесь? Есть здесь фенинги, только 1921 год. 1921 год. Каталожная цена данной монетки 13 гривен. Не сильно дорогая. Монетка тоже копанная. Материал у нас данной монеты цинк. Вот. Ну, кто хочет себе в коллекцию, будет продаваться в группе в Фейсбуке. Ссылочка, как всегда, в описании. Так, ну и, в принципе, на этом закончим наш обзорчик по монеточкам данным. Вот. Все, кто не подписался, подписываемся. Ставим лайкосики. Вот здесь у нас такой вот быстренький беглый про осмотр данных монеточек. Всем до новых встреч. Не забываем подписаться. Кто не подписался, всем пока.